Бапу, иду. Меня уже каску бафнули, значит, кто-то бафает. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который... Есть у кого-то лунный тюль? Одна штучка. Так, сейчас будет. Так, ты на... А, все вижу. Там есть Панама, собирает на профиль от Лич. Это, возможно, 50% убийства Лича. А рост сразу дай? Что ты говоришь? Рост дай сразу? Да. Дать или нет? Да, да. Скажи, когда забрать? Ну, как БДК умрет, тогда забираю. 300 он должен выдержать. Ревностный? На... Зачем ты забрался из фриза? Ноги упали. Сейчас можно было забирать. Кризис, забери страшама огромника мелкого, пожалуйста. Его нельзя забрать, его можно только убить. Там там ДКшником забирается. Хватит. Давай, Хэппи, поднимай счастливого. Сведите Снобальда. Дайте гирлю. Хэппи, ты тут? Ваня, поднимай ты тогда счастливого. Счастливый, танчи левого червя. Лучше блин правого. С этим, с ВДК. Это легче. Ну ладно, как хотите. Играйте в правого червя. Счастливо забирай босса, потом забирает. Сфриз, проходи с дебафом. Сейчас еще раз блеванет. Блин, кто танчит левого червя? Смотрите на себя, он бьет в маме. Счастливый левого, блин, и айсфриз правого. Он блин его танчил. Нет. Блин сразу направо ушел. Ты перепутал. Блин, тебя ловить босса. Там счастливый бабл, можешь пожать, тебе дебаф нужно скинуться. Дайте на пол запал. Отведи лучше от центра. Больше времени. Спасибо большое. Ну прикольно, я пил чашку и застыл от дебафа босса. Раз во время.
Готовьте снимать берсу. Готовьтесь дамажить. Что, скоро ульда? Когда? А в прошлый раз через полчаса. ВРТ же не стоит, ничего по поводу ульды. Понедельник или в среду? Ой, нет, завтра не день семь, давайте в среду. Чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Рецепт. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Плащ. Ноги. Вставай. Славик, ты чё бафаешь? Наверное, ничего. Ага, получилось! Значит, ты не муджас, раздай кулаки. Так, ну, счастливо, ты на что ролишь? На танке? Нет, я написал бы, пожалуйста. Дай, дай кольцо на... Счастливому, дай кольцо на... На Ретрик. Какой баф дать вам? Баф есть, ска есть. Да зачем ты танцу с меня? Правда, идеально. Надо ничего говорить. Кто захиливается. Даже пафы кашать можно. Как будто так ЦК проносилось, да? Угу. И так же по времени. Мы там в рядочек стояли, и форты по боссам забыл вообще. Завалите трэш, он сейчас опять начнет его выпускать. Чешка не на когда не умрут. И когда мы начнем траить убы, как положено, шмоти снится. Так мы траим. Шмоти снится. А у кого здесь есть шмоти снится, расскажи-ка. Можно ж на фарм вспомнить. СЛК траим. СЛК, РС траим. Такая же следа. На что там будет здесь шмоти снится? Там шо, чихка или шо? Там просто
железное собрание, этот сталеон танков, ваншоты по одному в 3, 5, 4 кпс. Это весело. Это хардкор. По 5. Не, ну ладно, представь, что рейд бульде у нас не 6, 4, 6,2, а 5 кпс и 5,2. 5 это много. Там надо вот я, воспоминания софы. Мы правда чего не делали, как тут сейчас делаем. Просто надо. Надо и очень. Короче, даже не знаю. Ну, там получается так. Железное собрание, кошатница. Даже не середина только была, а такой хардкор. Там 25 джеринов умрут сразу. Да что там джерин? Я не знаю. Про джерин я вообще вспоминаю. Ну нафиг, блин. Ще арбалет просрал. Рога, ступи, плиз. Ну, бери. Спасибо. Да-да. Видишь, какой благородный Рома. Спасибо большое. Спасибо, не уступил. Да ну, О2, О1 ролл. Ладно, там Happy UA. А вы кого убили, чемпион? Да, почти. Убирайте тотемного босса, пойду запускать. Лучше всего, кстати, в Ульде, ну, на том патче и в том шмоте танчили вары. Более живучие были. Лишь победив их, вы заслужите достоинство. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались... Я требую справедливости. Что вы нового узнали в этот день в инстах? Чему-то научились? Да, что нельзя смеяться над другими, как я смеялся в 10 бир, а то может аукнуться. Это по поводу того скриншота, что я когда-то сделал. У нас что, так на сервере обанкротились люди? Я вот бой, я не могу уже неделю продать ни рецепты, ничего. Даже цену скидываю. Олег, тебя не слышно. Да, он хочет параэли, типа, знаешь, я тут молчу, и все остальное, типа, люди сами знают, кто что делает. Не-не-не, я просто отвечал ВКонтакте Джейми. Два типа танка. Тыкайтесь все в танках, давай, блин, Шакула возьмешь. Счастливый Шабада, это Энг, Айсфрис Рогу. Кто еще в танка может спекнуться? Давай, Анимал Джаз, в танка, будешь ханта держать, у нас останется ДК. Крейзи, будешь танчить ДК. Давайте чекнем, будем играть в Лока. Где этот Лок-то у нас? Все, погнали танки. Thank you.
Помогайте диспелить бабка. Жучок. Бог диспельта. Да, звезду добейте. Звезда отхилилась, но... Пыль тихоты. Где начитал? Кружок. А не, давайте после звездочки квадрат, а потом кружок.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Смотри, возвращайся, мы убили. Сейчас. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Давайте трофей. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Привет всем, что делаете? Да, и ВК ходим. Но кому-то надо вещи на РДД, меткость, скорость. Опять эта тема, запускаю буса. Вы сможете пройти последний. Сейчас останься в танке. О, может, трогнуть. Тотема уберите. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся. Берем, берите темную сферку. На пола. Такого на пола у нас нет. Можете, знаете, что сделать? Рога, ханты, взять белую сферку. Бить темную вальку и напуливать на Белина. То есть вы должны стоять возле протопала. Пробуйте так. А ханта? Или один? Ой, ну то, что ты 4 КГС, это не важно. Так думаю. Белин, начинай. Посмотрим, что из этого выйдет. Но рога, хант вам там по своему цвету надо будет менять или не менять баф. Так что смотрите сами. Димашка, ты тут? Да. Можешь в ВК идти? Кем? Можешь пойредить? Рейдить? Да. Здравствуй, Димашка. Давай. Да, мне осталось только собрать второй ИВК. Тебе нужно ИВК второй пойредить? Вот, не первый объем. Боже, валькиры, у вас что-то на рейдит. Меняйте цвет светлый. Давайте рост. Надо сбить яйцо с босса. У нас ДПС маловато. Поднимайте БДК. Кепи, поднимай БДК. Ваня, поднимай БДК. Танк упал. Добивайте так. А, пиздец. Да не. Не, ну все нормально. Было бы смешно, если бы одну вальку убили, а вторая осталась бы и захилилась. Такое раньше бывало, сейчас починили. Бей.
еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Короче, вещи себе заберу. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого, которое мы бы не могли пройти сообща. Там Герл этот рецепт. Че? Рерол рецепт. Под льдами Нордскола империю, на которой бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. В ВВК добавили опцию, когда запускаешь босса, только без показухи. Это позволяет сразу запустить трешак без всяких этих разговоров. Давно уже есть. А, первый раз видел. Ну, испытание чемпион, да. А надо, чтобы все прошли норму. Да, ну, естественно, ППГ. Просто не знал, кто, я первый раз увидел. Кушаем рыбу. Есть на тебе блок. Маля, Хиросимчик, ты зайдешь? Ваня, готов? Угу. Давай, начинаем. Nice face.
что там есть место? Полностью уже. Давайте поспорим на ману. А, выше ману. Рост КД, если что, не давай. Может это катится, хотя... Уводите мобов от рейда. Уводите мобов от рейда. Счастливый, давай Сакру. Поюдин. Блин, не достаем, куда ты? Блин, куда ушел? Одного моба по контролю. Блин, давай Сакру. Если сможете поконтролить еще мобов, я одного законтролил. Все, играйте в босса. Давай, Гнев Небес, и уходите от мобов, сейчас добьем. Бессмертие, считай. Да, чуть, чуть не пукнул. Ну, Димы там хп просто мало, поэтому он сдох. Так бы сделали ДБ. Угу. А, на каждом боссе умер. Давай попробуем тогда во второй ВК сделать ДБ. Че надо кому-то с амуба? Ботинки надо, да, ладно. Видите? Счастливый на моем роли, на ДД. Плащ хороший был. Да-да. Нет. Покорители, только тем, кто реально будет носить, как Джерем, например. Кивар. Не, ну если оно вам надо. Если тут есть люди, 2 КГС. Че, один роль тебе покоритель? Защитник. Не рольте, не рольте, плиз, не рольте. А, спасибо. Вообще ДДшный.
Ну, Ваня, пойдешь еще? И все. Сколько надо ШП меткости в процентах? 11, да? Да. Если не ошибаюсь, то так. Если в цифрах, то 300. О, все нормально. Все, у меня еще фул ШП. Там какой-то Apple Box плюсует на EP, Олег.